Приветствую. С праздником. Витя, с праздником. Забываем возложить цветы памятнику основателю города. Просто много марш. Адмирал Иван Иванович Неплюев. Носки-то выровняли. Синусоида какая-то получилась, или морская волна? Штормит. Это уже после будет штормить. Сейчас пока штик. Внимание! Экипаж! Равняйся! Смирно! Равнение на середину. Товарищ замглавы города Оренбурга. Экипаж по случаю празднования Дня военно-морского флота построен. Докладывал председатель Оренбургского морского собрания Любин. Внимание, товарищи моряки! Этот парк устроен при активнейшем участии администрации города, чтобы увековечить память наших земляков, солдат, матросов, мечманов, прапорщиков, офицеров, которые отдали свои жизни за Родину в Великой Отечественной войне. И сегодня поприветствовать нас на нашем празднике пришли представители администрации города. Слово предоставляется заместителю главы администрации города Беньковскому Владимиру Васильевичу. Добрый день, моряки! Поздравляю вас с праздником! Моряки всегда была элитой, это особый род войск, даже в советское время, когда праздник назывался День Советской Армии и Военно-Морского Флота. То есть это, я так подчеркиваю, что это некая значимость, что это особые войска, которые выделяло государство. Трудно переоценить тот вклад, который внесли моряки в годы Великой Отечественной войны и в периоды всех войн. Страна вас помнит, люди помнят. С праздником, моряки! Днем военно-морского флота! Для церемонии торжественного возложения цветов по полукругу по периметру Вечного Одесса Луизи. Мемориалу «Вечный огонь» вашим
За родину! Возложить! Елки вперед! Попрошу всех переместиться в Зауральную рощу для проведения спортивно-массовых мероприятий и отдыха. Вчерашнего дня.